Иногда я совершаю очень глупые поступки. Например, проезжаю по улице мимо Джонни Хоффмана в одиночку. Понимаете, каждый раз, как я натыкаюсь на Джонни, он заставляет меня платить ему. Может быть, он не заметит меня? Эй, ты куда это? Привет, Джонни. Я не видел тебя. А ну, живо сюда. Как дела, Джонни? У тебя есть для меня деньги? Я забыл их. Ну, завтра заплатишь мне в два раза больше. Ты отлично играл, Кенни. Да. Что случилось с твоей майкой? Джонни Хоффман столкнул меня с велосипеда. Почему? Потому что у меня не было денег. Ну а что, ты должен ему деньги? Нет? Ну, наверное, да. За что? За защиту. Деньги за защиту? Ты шутишь? Нет. Я, Шерман и еще пара ребят должны платить ему деньги за защиту. А от чего он вас защищает? Я не знаю. Это же нелепо. Ты должен усвоить, что это свободная страна, и ты должен отстаивать свои права. И когда кто-то толкает тебя, ты должен толкнуть его в ответ. Да, но он довольно крупный. И злой. Кто этот парень? Джонни Хоффман. Это он столкнул маленького Сэмми Митчелла с крыши, и тот сломал ногу. Говорят, что если он и дальше будет влезать в неприятности, он вернется в исправительную школу. Кен, ты должен кое-что понять. В своей жизни ты встретишь хулиганов и покрупнее Джонни Хоффмана. Да? Да. И хочешь, я скажу тебе кое-что? Все хулиганы, глубоко внутри себя, трусы. Дашь им по морде, и они убегут домой в слезах. Ты уверен?